24 октября, Баку, панорама с 15 этажа. Вот эта улица, то, что видите, такая длинная, прямо вперед. Это улица Батиханова, вот мост видно. В центре кадра. Это вам для ориентира, потому что ориентироваться сложно сразу. Это вот центр кадра, это Hyatt Regency, бывшая гостиница Нахчевань, а еще раньше это называлось Азербайджан. Вот такая вот панорама. Парк Измир под нами. Где-то на этом месте была раньше пожарная команда, вот на этом месте сейчас построили здесь рядом новостройку. Смотрите сами, новый Баку. Они сделали вот такое круглое здание имени Гитара Лива, сейчас называется. Сейчас ее вот видите заново, как-то ее декорируют. Центр кадра вот. Что-то новое копают, будет строить. Котлован, видите. Ну а в той части русская православная церковь. Школа номер 153. Вот центр кадра, рядом с новостройкой. Церковь, военный городок и все остальное. 24 октября, Баку, панорама, 15 этажа. Корпуса Hyatt Regency. Гостиничный бизнес-центр. Там и гостиница, там и бизнес-центр, там и посольства разные. Там видите, какая-то спортивная. Вот в той части, здесь в центре кадра, видите, там идет стройка, там строится станция метро. Сзади рощи. Вот там такая роща небольшая. Мне тут Николай Искеров. Панорама города. Ну вот тот этаж, та же панорама. Вот, вышли на такую часть. Старые пятиэтажки, похожие на курятники. По сравнению с современными зданиями. И там тоже три короны, видите, вдалеке. Жилой комплекс, там озеро есть, это Майское, это называлось в свое время. Дальше. Итак, 24 октября, 15 этаж. У меня тут микрофон. Thank you.